Просветительская акция «Культурный марафон» прошла на площадках Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Всероссийское мероприятие проводится впервые и считается пилотным проектом. Учащиеся 18-й школы испытали новый проект на себе. Ты слышишь? Нет. Прислушайся. Не может быть. Да. Там снимают кадры на мультфильм «Королев». По условиям марафона ребята должны, используя 4 обязательных фразы, придумать к ним 5-ю и на их основании снять фильм. Готовый ролик должен длиться не более минуты. Недавно из психушки сбежала девушка Кролес. Это все чушь. Ты слышишь? Нет. Прислушайся. Может быть. Это же Кролис! Черт! Все, можно конец? Все? Это очень. Что вы смеетесь? Нам дали гадить еще раз. О том, как правильно снять фильм с применением ближних и дальних планов, а также других тонкостей, ребята получили информацию до того, как приступить к съемкам. Задания и методическое сопровождение культурного марафона разработаны экспертами. Все участники марафона получат сертификат всероссийского мероприятия после прохождения второго блока испытаний – теста, задания которого направлены на повышение интереса к искусству и культуре. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.